Всем привет, это Юля специально для Bad Hair Poker Live. И рядом со мной Саша, или Сашенька, известный под этим ником на всех покерных форумах, которые вообще существуют. Саша, расскажи, как для тебя складывается этот турнир, какие впечатления, вот, какие ожидания у тебя были? Турнир для меня уже закончился, вот как он для меня складывается. Забыт битили по-страшному, ничего нельзя было сделать. И буду готовиться к покорению новых вершин, в частности, завтра к 6-максовскому турниру. А старые все потрясения, обиды забуду. Это здорово. А вообще, это твой первый живой покерный турнир, или ты уже играл, опыт есть? Нет, в Москве я в запрещенных клубах уже играл и выигрывал, и миллионник выигрывал. Но за границу не ездил пока что. Так что это первый мой выезд в европейскую страну. Вот. А ты играешь от себя или кто-то у тебя покупал доли, может быть? Ну, на этот турнир у меня доли покупал Зая. И его кое-какие инвесторы секретные. Так в интернете от себя обычно играю. А ты больше любишь вообще в интернете играть или офлайн? То есть что тебе ближе? Да, я чисто интернетчик и только пытаюсь научиться играть офлайн. В общем-то, начинает получаться с каждым разом все лучше и лучше. Надеюсь, затащу в этом году в СОП, куда я собираюсь отправиться буквально через месяц-полтора. Ой, это вообще шикарно. Я надеюсь, что у тебя все получится. Вот. Очень надеюсь. Удачи. Спасибо. Спасибо всем. Это Юля специально для Bet Fair Poker Live.